Hot English with Hotspot. We will English you. Знание идиом или фразеологизмов крайне важно в английском языке. Идиомы используются носителями языка гораздо чаще, чем в русском или украинском. Зная идиомы, можно не только понимать англоговорящих людей, но и адекватно изъясняться. Марина Юрьева, ведущий преподаватель Hotspot School of English. Итак, сегодняшняя идиома «Baker's Dozen», она же «чертова дюжина», хотя дословно переводится как «дюжина булочника». Причин тому существует две. По первой версии, в средневековой Англии существовала интересная особенность торговли, типичная для булочников и торговцев рыбой. Розничным клиентам они отпускали свой товар по ценнику. А вот оптовым покупателям за каждую дюжину товара добавляли одну единицу в подарок. То есть оптовик получал 13 килограмм по цене 12. Вот такая вот замаскированная скидка. Вторая версия переносит нас аж в 13 век, когда считалось, что булочники любят недовешивать хлеб. Так, в 1266 году даже пришлось вводить определенные стандарты веса на буханку, за отклонение от которого виновного могли целый день продержать в колодках. Во избежание недоразумений булочники стали на каждую дюжину буханок добавлять одну лишнюю. И именно так появилась фраза «Baker's dozen». Hot English with Hotspot. We will English you.